у нас очень популярно, и все очень любят укроп. Вот мы с тобой проходили, я показывал укроп. А вот еще, кстати, смотри, вопрос. Почему здесь вот картофель, да? Это у нас картофель называется. Вот он полег, уже скоро его копать. А почему здесь мало посажено картофеля? Почему люди мало его сажают? Маленький участок совсем. Его здесь почти не употребляют в пищу, да? У нас все сажают картофель и очень много его сажают. Очень много. Да, да. Это одно из основных блюд, которые используются в питании. Жарят, варят, толкут его. Привет. Люди очень любят картофель. Да, да. Умеют его готовить вкусно. Легко готовить. Тоже вот бананы висят прямо над дорожкой. А здесь почему-то посажен картофель, ну, совсем мало. Везде, вот где я его вижу, совсем немножко его. В другом районе растет картофель много. Мало поле, поэтому. Привет, привет! Я вот не вижу даже где. Вон они из окошка, дети. Привет! Привет! Привет, привет! Скажи, все хорошо, спасибо. Привет! Привет! Привет. Вот дети здесь очень-очень вежливые, очень приветливые. Это гостеприимное место, по-моему. В Тенгусском деревне все